Отличительной чертой недели детской книги 2013 стало участие ребят нашей области в конкурсах прикладных видов творчества. Малыши рисовали, делали поделки по сюжетам любимых сказок. В рамках мероприятия среди юных воспитанников дворца проводился творческий конкурс на лучшее стихотворение, посвященное неделе книги. Победительницей стала постоянная участница поэтических конкурсов Юлия Колоскова. Я написала сама свой стих и выиграла конкурс. Когда написала сама свой стих, неделя детской книги, как мы все любим читать. Каждый день праздничной недели воспитанников дворца ждали встречи с Незнайкой, Мальвиной, Айболитом. Ребята изображали сказочных героев в рисунках и поделках, угадывали их в веселых загадках, пели песни из любимых мультфильмов, делились впечатлениями об участии в мероприятиях. Поделки мы разные делали. Еще мы ходили в библиотеку. Там мы читали разные книжки. Детской книги я сделал загадки про любимых писателей. Проблема детского чтения – одна из главных проблем детского образования. Так, в игровой конкурсной форме, информируя ребят о книжных новинках, сотрудники Дворца творчества совместно с родителями постоянно борются за привлечение внимания малышей к книге. Здесь надо отдать должное родителям. Я бы просто поблагодарила родителей. Они в перспективе видят, уже если ребенок берет книгу в руки, то в перспективе это будет человек, который будет влюблен в чтение. На торжественной церемонии закрытия недели победителей награждали дипломами и памятными призами. Кристина Перцхилава, Дмитрий Комаров, события Брянск.